Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, и сегодня традиционные пятничные ивенты, будем сейчас пытаться Мацури проходить. Ну не знаю, наверное, будем использовать, как и раньше, команды. Типа я мог бы попробовать с этим, с Чирику поставить команду новую. Но с Чирику у нее атака не очень, не знаю, короче. Хирузен или Чирику? Вопрос. Вот в чем вопрос. Наверное, все-таки Хирузен. Хирузен более редкий. Так вот, первая команда. А как я ее строил? А, вот так вот. Раз, два. То есть у нас впереди этот товарищ. Значит, здесь у нас вот этот товарищ. И последний кузет Хидан. Значит, он эквип. Так, вот это сюда. Вот это сюда. Значит, теперь здесь все вроде бы правильно. Но единственное, что вот это вот так. И, пожалуй, Пакун вместо Шибы. Пакун, 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 Пакун. Так, смотрим. Повезло. Нам повезло. Очень-очень повезло, на самом-то деле. Потому что Зубик Сан, у него всего лишь 90 к мощи. Памс. Увы, я думаю, ты проиграешь. Прости, чувак. Ну, ты на самом-то деле довольно прикольный. Как вы видите, эта команда вполне себе неплохо работает. Люблю проходить сразу, потому что как бы потом все равно столько же донатеров. То есть донатеры, они перестали в первый же момент участвовать в этом, в Мацури. Потому что, видимо, слишком часто натыкались друг на друга в нем. И, в общем-то, ну, по крайней мере, по пятницам. И все проходят после. А я поэтому в начале и чаще стал встречать, короче, обычных людей. Ой-ой-ой-ой, нехорошо, 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 нехорошо. Памс. Ну, это уже чуть получше будет. И команда у него какая-то не очень, если честно. То есть, ну, она не такая уж и мощная, если честно. Ну, только, да. Против меня, конечно, эта команда довольно крутая. Против меня? Наверное.
Наверное, я действительно победю здесь. Нет, не победил ничего. Потому что он меня заблочил. Какого хрена он это смог сделать? Так. И сдох. Прикольно. Чувак, зачем ты тогда сражался, если говоришь, что я победю? Ах, короче, задолбали эти хаяты всякие. Но у него PvP-команда сильная, у этого хаяты. Возможно, мне даже стоит вот эту вот команду. А, кун какой-то. Не, ну кун это легкий чувак. Вроде бы. О, очень-очень хорошо на самом-то деле. Сейчас довольно много урона нанесем. Посмотрим, что он нам во втором раунде припасет. Но, возможно, мы даже победим. Блять, сука, ёбаная. Так. Сиди, хёкец. Блин, он моего хитана сейчас убьет. Говнюк. Субтитры сделал DimaTorzok.
лечимся потихонечку. Это хорошо, что он пытается воскрешаться, а не отступать. Во. Теперь, значит, вот так. И вот это вот так. На самом-то деле ГГ нам лучше вообще не сохранять, не пытаться. Потому что ГГ нам нафиг не нужен. Смотрите, как везет. Фух, даже Корзет Хидана умудрились не потерять. Блин, я даже боялся комментировать, это было жестко. Хотя у него мало мощи, но, как вы видите, у него довольно мощный ниндзя. И высокий уровень. Хотя высокий уровень при малой мощи это не так уж и круто, но все же есть какая-то разница. Да и команда не такая уж и плохая у него была, видите, там. Джигакуда, который лечит. Там ГГ, которая дебафы может снять и перезарядить обилки. Довольно опасно, если честно. Так, неужели не найдется супердонатера, который хочет, короче, со мной посражаться? Но учитывая, что я три... уже битвы прошел. А, ну вот сейчас мне дадут, короче, класс какой. 115, серьезно? Кто это такой вообще? Так, ну. Этого чувака я не боюсь. И все. И все. Видите, как кукла контрит Джаджура. Так. Блять, сука. Блять, ебаные пидорасы. Никакого хрена. Первый раунд мы на самом-то деле уже зафейлили. Довольно сильно причем. Но он отступил. Вот, смотрите, в начале вполне себе проходится сейчас. Но опять же, кто-нибудь посмотрит мое видео. А, ему, короче, какой-то слабенький попался. Ну давай я, короче, теперь буду проходить в начале. И вот эта вот вся лафа 193. Нет, ну против такого мы не играем. Прощай, чувак. Я тебе удовольствия не буду доставлять. Не хочу. Спасибо. Чувак, ты 103 уровня, я там... Я такой маленький, беззащитный, а ты такой большой. И... своим пенисом мне тычешь. Значит, Кушимару я, пожалуй, буду здесь сбоку ставить, потому что все-таки это получается, по-моему, выгоднее. Так, теперь здесь. Раз, два. По-моему, здесь так. И, в принципе, значит... Скоро у меня, кстати, будет новый саммон, но не сейчас, а скоро. То есть, это будет еще в будущем. Будущее! Стоп. Superior Rope. Во, вот эту вот фигню нужно переставить.
Вот это вот line-up damage, это самое лучшее. Вот самый лучший бонус, потому что damage всегда нужен. И чем раньше он дается, тем лучше. Damage — это то, что нам доктор прописал. Райзель, ну это получше, чем бывает иногда. О! Ну вот, блин. Ну, повезло, очень повезло. Как вы видите, мы с Мацури получили по полной. И вернемся, когда настанет время очередного ивента. Итак, продолжаем, в общем-то. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. А я... А, короче... Точно, можно же избежать убийства ужасного. Щелкая вот так, вот так. Вроде ж не меня они потрогали. Так, смотрим. Да, у меня получилось, видите? Снова. Стоп. А, все нормально. Блин. Не так уж и нормально, но вроде бы у него не так много мощи. А, блин. Так. Так. И баба! Вот это мне нравится вообще. Не, команда неплохая получилась, в принципе. Надо будет на нее обзор сделать, наверное. Просто в этой, в арене она не такая уж и крутая. А вместо Херузена вполне себе можно Чирику использовать. Тем не менее. Блять, кто на меня напал? 183 кап мощи. Ну спасибо, чувак. Эти ёбаные пидорасы, чтоб вы, сука, сдохли нахуй. Не любите моего Чирику. Ну будешь теперь долго его убивать. Вампиринг плюс иммун к дебафам, короче. К
как вы видите, команда довольно прикольная. Правда, вот клоны, но дело в том, что тут кроме клонов никого больше и не поставишь, по сути-то. А дальше рыба пойдет, да? Ну я на автобой поставлю, пусть себе. На автобой играет. Потому что здесь как бы у нас нет никаких шансов просто. Вот, видите, рыба там. И вот он сейчас фиганет нас. Очень больно. А, да, сразу, короче, бабах, и все, короче. И все нахрен убиты. Я ненавижу ГГ-воды. Это отвратительно. Вообще ненавижу и ГГ-воздуха, и ГГ-воды. Их больше всего, то есть. Я практически не вижу ГГ-земли, там, ГГ-огня. ГГ-молнии чуть почаще, но только из-за того, что там тоже, типа... Хотя сейчас уже тоже все переходят на ГГ-воды там. Ну, в общем, женщин всех обожают. Ну, Наруто выжил, молодец. Только толку-то теперь с этого. Кстати, этот Наруто Курама, он почти такой же, как Наруто вот этот вот. Другой. Ну, вы поняли. Ашура так называется. Ну, то есть, у того только еще интеррапт в его главной опилке. И также... Ну, то есть, перезаряжается она примерно один ход, что у того, что у другого. Только у того она на несколько полей может действовать. То есть, у этого только на одно поле, то есть, на одного противника. То есть, PvP он примерно такой же. Только не интераптит свои опилки. Ну, и, конечно же, помимо... У того есть интеррапт в дополнение к Чизу с иммобайлом. А Чиз с иммобайлом это может быть довольно полезная вещь. Ну вот нахрена вы на меня нападаете, поняки? Валите, блядь, отсюда. Конды тут всякие бегают. Какого хрена? Так, вижу... О, привет, чувак. Так, так. Так. Майзи. Кто это такой? Ну да, этого я смогу побить. Потому что я сам могу такую команду собрать. Но толку с нее, если честно, мало. Хотя, блин, довольно мощная, слушайте. Чё ж мне делать теперь с этим? Чирику вперед, живи, Чирику. Главное, живи. Так, а теперь долбанем по всем. Вот это я понимаю команда. Еще и чист сработал. И Чирику выжил, самое главное. Он вообще не такой уж это втанкованный, если честно.
Ну сейчас его почистят, типа дебафов или что? Так. Бум. Russian Shuriken. То-то она. То-то оно, видите? Наруто говорит, то-то оно. Russian Shuriken. Так. Так, 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 так. Кто тут у нас? Сейчас меня кто-то, пидорас какой-то, замочит и все. А, я напал на этого говнюка, да? Ну окей, в принципе. Это лучше, чем если бы меня, короче, замочили просто. Тут где-нибудь есть еще эти маленькие чуваки. Какие-то только большие опасные чуваки здесь обитают. И мне это совсем не нравится почему-то. Сакура Хатаки. Ой, какая адская команда, блин. Но, к счастью, мне есть чем крыть. Да и вообще он на автобое играет. Ну, на автобой в этот ивент играть, это не такая уж и хорошая идея, если честно. Так. А вот это отлично. Все-таки Чирику с его снятием иммобайла, ну, то есть со снятием защиты от дебафа, он очень хорош. Именно это его главное преимущество. Ой, как вы не любите Чирику. Ну ему посрать. О, как нам повезло. Вы посмотрите, как нам повезло. Сейчас как лупим. Смотрите, что сейчас будет. Так. Ой, Шисуя прибили просто до того, как влупили. Да, неплохая команда получается. Хирузен получается вообще не при делах, да. Печаль, беда. А почему это он иммунен? Сюда!
И баба. Ну все, конечно, от мощи зависит и от того, какой человек играет. Однако я рад. Так, 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 так. По идее, этот серебряный должен раньше освободиться, чем я. Так, Сакура Хатаки. Что, снова что ли? Прикольно. Ну почему бы тогда... А, это он и был? Так вот оно что. Так он вроде в другой броне здесь. Или кто вообще на меня напал-то? Как хорошо, что они на Чирику агрятся, ему только этого и нужно. Он довольно устойчивый, как мы знаем все. Жаль, что он еще не бафается от того, что его бьют. Ну, в смысле, у него только перезаряжается обилка и все. Хотя перезарядка это, знаете ли, тоже полезно. Вот единственное, что это все контрится тем, что ГГ в первом же раунде, если контролят. То есть Masked Man здесь, как всегда, работает отменно. Прикольно, сейчас еще Шисую накостыляем. Бедный Минато. Вот хорошо, что у Минато нету комбосов таких традиционных. То есть, что у него только такое комбо, которое мы любим. Так. Эх, блин, что за бред? Зато убил Шисуя. Ну ладно, добьем сейчас тогда этого товарища. Чё вы так Чирику не любите, блин, говнюки? Так, 13-10. Блин, уже не так много времени осталось. Нужно, наверное, подниматься. О, даже справились с автоатак. Так, ну что ж, пойдем. Там по дороге, короче, оставим некоторые вещи. Хочу открывать всякие
сундучки. Причем срочно хочу это делать. У Черику хороший баф, вот что я хочу сказать. Да. И он вообще такой, блин, лысый монах. Этот буддист, все дела. Мне нужен серебряный какой-то чувак. Ой, то есть бронзовый чувак. Иди сюда. Кто-нибудь. Так. Ой, нет. Very, very опасный, не надо мне. Вот Аме, я тебя хочу. Аме. Аме, 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 аме. Аме, аме, аме. О, 55 уровень, нифига себе. Да. Ну, чувак, ты извини меня, конечно, но с такой мощью ты здесь вряд ли победишь. Хорошо, что ты хотя бы вообще участвуешь в этом ивенте, я этому очень рад, несомненно. И кроме того, что я как бы этому рад, никто, пожалуй, этому не рад. Потому что я так догадываюсь, что тебе это не очень круто. Так, загружаем ключик. Я подниматься пока что не хочу, и вообще мне это не нужно. Потому что у меня дофига ключей и так. Вот этих вот бронзовых всяких. Так, и пойдемте сюда. Еще ж у меня есть и такие ключи, да? Замечательно. Ицобо какое-то. Итсибо или Ицоба. Давайте посмотрим, кто у него. Ну, прикольно у тебя команда. Респект тебе и уважуха. Но мне нужны твои ключики, да. Я так понял, эти чуваки как раз рассчитывают просто получить, типа, награду, ключик и все дела. Там же ж изначально нам дают хотя бы один ключик. И это типа круто, наверное. Ох, повезло, что Наруто, короче, зачилился. И у нас есть куда потратить чакру. То ж, видите, у нас в первом раунде, то есть, если только повезет, только тогда у нас будет чем заняться. Иначе типа нифига. Ласенган!
Говнюк! Говнюк! Ну и ладно. Моим чизам это не помешает. О, смотрите, сейчас что будет. Ай, нет, нифига не будет, к сожалению. К сожалению, нифига не будет. Ну, кроме Наруто Курамы в лицо. Хотите себе Наруто Кураму в лицо? Я очень хочу. Так, значит, сюда. Пока мы бились, нам дали еще один ключик. Ну, знаете ли, это даже круче, чем когда у нас золотые ключи. То есть, на самом-то деле, золотые ключи добывать не так уж и хочется мне. Потому что там гемор, там постоянно на тебя донатеры нападают. А здесь как бы спокойненько сидишь, фармишь золотые монетки. Пусть даже в меньших количествах, но зато в больших количествах сами ключики фармишь. Памс, памс, памс. Мне нужно куда-то убегать и искать, короче, какого-то чувака. Тут что-то одни сильные. Во, хочу с тобой. Я надеюсь, я того выбрал. Да, Найтсталкер. А то тут еще есть опасные чуваки, а ты вроде не такой уж и опасный. А, блиц-команда. Да, красавчик. С блиц-командой. Ну, хотя на твоем уровне мощи и своим уровнем, в принципе. Кроме блиц-команда, это единственное, с помощью чего ты вообще можешь кого-то вообще убить. В принципе. Все же это free-to-play. Наруто! Курама! Ебал твоя мама! Памс. Так, а теперь, мы пока ивент не закончился, пытаемся бежать сюда. Пока на нас никто не напал, говнюк какой-нибудь. Быстрее, быстрее, быстро, быстро. Нам нужно побыстрее, побольше этих добыть. Оно вот начинает подготавливаться, и это только бесит. Мне еще нужно серебряный ящик открыть. И быстрее вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. 14 секунд осталось. Точнее, 1.40 минут, но 14 секунд у нас неуязвимости осталось. До того момента, как на нас могут напасть говнюки всякие, которых здесь очень-очень много, на самом-то деле. А мне это совсем не нравится. Ну и вот последний ключик на сегодня. Блин, как-то... Слушайте, у меня почти не бомбило сегодня. Удивительно.
Слушайте, вот знаете, вы постоянно жалуетесь, что я бомблю. Вот сегодня я не бомбил, реально. Сегодня какой-то у меня особый день, короче, день небомбления. То есть, когда, в общем-то, мне повезло, и я и спокойно этот прошел. Мацури и вот эту вот штуку тоже. Давай, Sage Blade. Ну, смысл, как бы... Хотя, зачем я на тебя напал? Чувак, прости. Я тебе испортил, короче, жизнь. Сколько у тебя там? 79? Блин, а он золотой ключик, слушайте. У него золотой ключик с такой мощью. Надо было на... Слушайте, вот зачем я это делаю? Я просто отвратителен. Я сам себе противен, потому что я вот напал на чувака, который, возможно, хотел ключ добрать. То есть меня бесили те чуваки, которые так на меня нападали. Но он так красиво бежал. Ну простите, больше так не буду. Я не подумал почему-то. Не надо нападать без причины. Знаете, я вот вообще исповедую такую, скажем так, веру, что типа... Если ты не собираешься съесть животное, то нельзя его убивать, например. Потому что... То есть не делать ничего без причины. Особенно плохих дел не делать без причины. Ну и, конечно же, плохих дел вообще желательно не делать. Даже с причиной. Смотря какая причина, как говорится. Ну, в общем, все равно уже ивент закончился. Никто ничего не успеет сделать. Ну вот я не понимаю, по какому принципу золотые и серебряные ключи выдают чувакам? То есть вот, если ты, короче, у тебя 79 камощи, и ты, короче, золотой ключ, а я с серебряным видел больше мощи у чуваков. Так. Ну же. А, блин. Я не выбрал, к сожалению. Ну да ладно. Наруто Курама! Ебал твоя мама. Рашин шурикеном. Так, замечательно. О, блин, Golden Key. И нафига мне это? Ну, окей. Пусть будет. Может, в следующий раз в начале нам его дадут. То есть, вне зависимости от того, мы добыли чего-то, не добыли, нам дают в начале какой-нибудь ключик, чтобы, собственно, мы не вышли из ивента. То есть, если ты даже никого не можешь убить, ты как минимум 100 санскроллов добудешь себе. За счет того, что у тебя есть типа ключик, тебе нужно только добежать туда. То есть убить NPC-ков всяких. И там всякой фигней заняться. И в общем-то, как вы видите, мы здесь сможем сейчас сделать вот так вот. Да. Ух, замечательно. Просто замечательно, просто великолепно. Выполняю, как вы видите, все, что могу. И, в общем-то, такие вот дела. Вот моя новая команда, то есть, как вы видите. Хотя, не знаю, какая-то она, конечно, под ГГ Молнии не очень подходит. Мне кажется, с ГГ Воздуха, наверное, была бы даже покруче. То есть, потому что клоны, то есть, клоны я нашел это самым лучшим. То есть, есть вариант еще поставить, типа, иммунку к дебафам. Но в таком случае, как вы понимаете, будет полная жопень. Так как иммунка будет действовать только на самого КГ и все. А это как-то совсем неэффективно, мне кажется. Ну, вампирка полезная, чиз работает, саммон работает, скилл тоже как-то, ну, так себе. Автоатака просто офигенная, потому что дает, собственно, чакру и здоровье. И это все очень полезно. Ну а на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.